В результате, опять-таки, военной агрессии, очередного факта, который произошел в городе, взрыва, у нас, получается, повреждены, пострадавших, слава богу, нет, во всяком случае, по информации МЧС. На сегодняшний день повреждено ряд домов, выбиты окна, выбиты рамы, выбиты входные группы, поэтому мы здесь находимся сейчас в департаменте городского хозяйства, наше коммунальное предприятие, занимаемся организацией вывоза мусора, раздаем людям самостоятельно, кто хочет, пленкой за стекло закрывает окна, и дверные проемы. Мы поставили также своих сотрудников, они помогают людям закрывать все выбитые оконные и дверные проемы. Сейчас соберем весь мусор, уберем. Также, к сожалению, повреждена наша котельная, разрушен забор, разрушенные стены, разрушенные потолки. Оборудование не пострадало, имущество не пострадало. В принципе, жители уже к этому готовы. Это у нас уже не первая такая ситуация в микрорайоне Гузовском, поэтому все организовано, все дружно. И очень большое спасибо тем же жителям, которые сами помогают и выносят мусор. Все это убирают и все собирают. В всяком случае, мы стараемся сегодня к вечеру по максимальной возможности все застеклить, все привести в порядок. Если нет, завтра закончим.